Итак, сегодня мы проедем разведывательный рейс от Владимира до Москвы Ярославской на поезде номер 61 Владивосток-Москва. На следующий год думаю поехать на Дальний Восток, поэтому и хочу все изведать. Все детали. Еще одна цель этого заезда – пролонгация баллов программы РЖД-бонус. Дело в том, что если 2 года нет накопительных поездок, то есть за деньги, баллы сгорают. А у меня 2-годичный срок подходит в ноябре, так как предыдущая поездка за деньги у меня была 1 ноября 2019 года на поезде Москва-Киевская, Москва-Павелецкая. Сейчас этого поезда нет, и чтобы пролонгировать баллы, приходится изощряться вот таким вот образом. Ехать на Элке из дома во Владимир, затем на поезде в плацкарте из Владимира в Москву, а потом опять на Элке из Москвы домой. Вот уже зажглась на табло информация о прибытии нашего поезда. Однако сведений о нумерации пока нет, хвоста либо с головы. Но так как поезд следует к станции приписки, нумерация будет, скорее всего, с хвоста. То есть нужно на это расчет делать. Он тут стоит ED9Э035, который пойдет в Гороховец дальше. Там он почаливает ED9Э015. Это 9Э015 пойдет в Вестники, но, судя по всему, не скоро, так как они наехали на башмаки. Вон там он стоит, электровоз ИП-1М, еще в заводской окраске. Там уже наш поезд набегает, походу. Все, наш набегает. Угу. ПДП-1М 715. Все, наш поезд заходит. Угу. С хвоста поезда объявили.
Thank you.
Итак, итоги заезда неоднозначны. Главным зашкваром было то, что вагон, в котором мы ехали, был не из Владивостока, а из Томска. Так что выяснить, что тут удалось, только в общих чертах. К сожалению, вот такие вот дела.